Немецкая компания Alpina, имеющая статус автопроизводителя, представила собственную версию большого кроссовера BMW X7, который получил название XB7. Новинка построена на базе восьмицилиндрового кроссовера BMW X7 и носит звание самой мощной модели в семействе Alpina. За основу Alpina XB7 взят BMW X7 M50i с битурбомотором V8 4,4 литра. Который в заводском исполнении развивает 530 лошадиных сил и 750 ньютон-метров. Специалисты Alpina поменяли турбокомпрессоры на более крупные, повысили давление наддува и оптимизировали систему охлаждения, что увеличило отдачу до 621 лошадиной силы и 800 ньютон-метров момента. Несмотря на увеличившуюся на 87 кг снаряженную массу, ускорение до сотни занимает теперь на полсекунды меньше – 4,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 290 км в час против 250 у X7 M50i. Битурбо восьмерка сопряжена с восьмидиапазонным автоматом Alpina Switchtronic, который представляет собой коробку 8HP76 от фирмы ZF с оригинальным софтом и новым гидротрансформатором. На задней оси Alpina XB7 установлен дифференциал с электронным контролем уровня блокировки. Подвески новые амортизаторы, пневмостойки перекалиброваны. В режиме Sport Plus дорожный просвет уменьшается на 40 мм. У XB7 есть активная система подавления кренов, подруливающие задние колеса и три ездовых профиля: Comfort, Sport и Sport Plus. Вместо штатных тормозов M-Sport установлены Brembo. Диаметр роторов составляет 395 мм спереди и 398 мм сзади. А на передней оси еще установлены четырехпоршневые фиксированные суппорты. В качестве опций перфорированные тормозные диски с тормостойкими колодками. На выбор оригинальные колеса диаметром 21 или 23 дюйма, в то время как BMW предлагает максимум 22 колеса. Внешне Alpina XB7 отличается от родственного BMW X7 передним бампером с увеличенными воздухозаборниками и парящей надписью Alpina, задним диффузором с небольшими ребрами, а также оригинальной выпускной системой с четырьмя круглыми патрубками. Салон кроссовера украшает хрустальный поворотный переключатель iDrive, цифровая приборка с фирменной графикой, декоративные накладки и стекла. Можно заказать салон на 6 или 7 мест и отделку сидений кожей лавалина. В Германии Alpina XB7 стоит от 155 200 евро, что эквивалентно 12 300 000 рублей, тогда как BMW X7 M50i обойдется в 115 400 евро, или 9 100 000 рублей. Как вы думаете, будет ли новая Alpina XB7 достойной альтернативой M-версии X7? Делитесь своим мнением в комментариях. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий автоиндустрии.